школу еще не закончили, а профессию могут получить. Речь об учениках 10-11 классов. На базе Бендерского, Дубосарского, Каменского и Слободейского техникумов ребята могут параллельно с учебой в школе учиться на оператора швейного оборудования, сборщика обуви, повара, кондитера, слесаря по ремонту автомобилей, тракториста и строительного маляра. Правительство запустило пилотный проект. Наберут 170 претендентов. Учеба займет год. Начало с 13 сентября. Мы называем это между собой пока профессиональные пробы. То есть обучение составляет 320 учебных часов за год. Проводить эти учебные занятия предполагается 2 раза в неделю по 2 пары. Это добровольное участие для учащихся 10 и 11 классов. В результате ученики получат не только аттестаты о среднем образовании, но и удостоверение с присвоением квалификации. Есть предложение подключить к пилотному проекту и учеников 9 классов. Программа крайне важна, и она действительно позволит молодым людям, которые обучаются в 9, 10, 11 классе, попробовать себя в целом ряде направлений и, естественно, определиться, что им по душе и куда они дальше пойдут учиться на системной основе, какую специальность они обретут в жизни. Это действительно крайне важно. Это позволит молодым людям подстраховать их, позволит от возможной ошибки в выборе того или иного пути трудовой деятельности. Ученики 9 классов смогут получить профессию пекаря, кондитера, официанта, портного, парикмахера, слесаря-сантехника, облицовщика, маляра и не только.